Лето – любимая пора всех детей и головная боль для их родителей. Чем занять свое чадо на трехмесячных каникулах? Ответ приходит на ум почти сразу – отправить в лагерь. Как раз 1 февраля стартовала заявочная кампания. По словам сотрудников, только в первые часы работы ульяновцы подали более 4000 заявок. Особой популярностью пользуются Волжанка, Артекова, образовательный лагерь «Смарт» и санаторий «Итиль» и «Радон». Ну, этого дня ждут все, по-моему, дети, родители, потому что уже сейчас и ребята строят планы на период летних школьных каникул. У каждого есть уже свои любимые лагеря, и поэтому 1 февраля в этом году мы начинаем заявочную кампанию, и родители вместе с родителями, вместе с детьми выходят на наш портал «Лето-73» и делают заявку в выбранный лагерь и выбранную смену. Многодетная семья Костиных путевку в Волжанку караулит с раннего утра. В прошлом году их старший сын отдыхал в Ундоровском лагере, а в этот раз уговорил младшего брата поехать вместе. Сегодня с раннего утра мы ожидали на сайте «Лето», когда выложат путевки, для того, чтобы отправить двоих наших старших детей в лагерь «Волжанка», третья смена. Дождались? Зашли в 8:00, отправили заявку. Да, все отлично, зарегистрировались. Сейчас получили направление, поедем сейчас в Волжанку купать путевку. Чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт «Лето-73», перейти в раздел «Детский отдых», далее выбрать лагерь, смену и перейти во вкладку «Оформить заявку». Затем придется подтвердить свою заявку и принести необходимый пакет документов в течение 10 дней в центр «Лето». И путевка в вашем кармане, можно паковать чемоданы. Важно отметить, что часть стоимости поездки в лагерь оплачивается из областного бюджета. Как и в прошлые годы, за счет средств областного бюджета каждый родитель получит возмещение частичное за вот стоимость этой путевки в загородный лагерь. В этом году сумма возмещения составляет 17 281 рубль. То есть, если средняя стоимость путевки где-то порядка 34 тысяч, то родитель оплачивает около 17 тысяч. Всего в 2023 году более 20 тысяч детей примут 26 загородных оздоровительных лагерей, 400 школьных и 120 лагерей труда и отдыха. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.